значит, тенденции, раз противоположные тенденции в развитии, значит, надо их тоже определить и назвать. Как называется такая тенденция в развитии, которая совпадает с направлением развития? Как? Тенденция в развитии, которая совпадает с направлением развития. Ну, то есть вот развитие. В нем есть и та тенденция, которая совпадает с направлением развития. Это движение низшего к высшему, простого к сложному. А есть тенденция, которая противоположна. Она есть тенденция от высшего к низшему. Наоборот. От сложного к простому. Вот как их назвать? Значит, у нас тема наша называется «Социальный прогресс и социальный регресс». Социальный прогресс и социальный регресс. Теперь нам после лекции о развитии нам легко и определить, что такое прогресс. Прогресс – это тенденция в развитии, которая совпадает с направлением развития. А регресс что такое? А по отношению к обществу говорят не просто о регрессе, а о реакции. Потому что если вы... Регресс может быть и не в обществе, в других каких-то процессах, не общественных. А когда мы говорим общественный регресс, это реакция, да? Реакционное настроение, реакционные тенденции, реакционные действия. Это будет регресс или реакция. А само социальное развитие носит интегральный характер. То есть оно включает в себя и одну тенденцию, и другую. И они борются, эти тенденции. Что делать нам, смертным людям? Вы что собираетесь делать? Вот не просто вы боретесь против сил зла. А идет борьба объективно сил прогресса и сил регресса. Ваше дело только присоединиться или к этим силам, или к этим. Или где-то болтаться посередине. А вот тех, кто болтается посередине, их бьют и с той, и с другой стороны, как всегда бывает. Это как в борьбе, значит, когда по баррикадам кто-нибудь ходит. Вот, это самая плохая тропинка для прогулок, это по баррикаде. Тогда стреляют с той, и с другой стороны. Поэтому... Вот Ленин в свое время писал, что в революционное время надо выбрать, на какой будете стоять стороне, или на ту, или на это. А если не встанете на ту или иную, любую причем сторону, вас и забьют, и убьют. Вот есть жизненная борьба. В этой жизненной борьбе надо определиться. Вы за кого? Как спросили когда товарища Чапая, за кого он? Он стал спрашивать, а... За какой он интернационал? Он говорит, а в каком Ленин? Он говорит, Ленин третий. Ну, тогда я за третий интернационал. То есть как-то надо в этой жизненной борьбе позицию занять. Или... А без борьбы не проживешь. Или будешь жертвой. Жертвой можно бы стать бессмысленной. Правда? Бывает, люди погибнут, а они герои. Вот человек. Вот о нем здесь целый стенд. Описано, что он... сделал такой подвиг, как Александр Матросов, наш студент исторического факультета. Закрыл свою амбразуру. Он погиб как герой. А можно просто вот прыгнуть, как сделать селфи и упасть с 15 этажа. Или с 23-го. И разбиться в лепешку. И все. И у нас таких уже много. Или зацеперы, которые раз. Или начали принимать наркотики. Жизнь наркоманов... Ну так, редко кто теперь дотягивает за второе десятилетие. Вот. Могу дать определение наркотика для желающих. Вы знаете, что такое наркотик? Ну, какой-то, надо же знать, что это такое. Вот. А то один товарищ... украинец ехал в поезде, а тут зашли как раз таможенники и спрашивают, так, у вас оружие, наркотик есть?
Он говорит, оружие нет, а что такое наркотики? Ну, это такое вещество, такое ешь, и все больше хочется. А, есть, есть, и достает чемодан, открывает там сало. Чемодан, в чемодане. Только у нас много таких, которые, веществ, которые чем больше употребляешь, тем больше хочется, правда? Когда вкусные блюда. А вот что такое наркотик? Дело в том, что у нас там есть целое отделение конфликтологии в Институте философии. Есть целое подразделение, которое как раз вот, разбирает эти вещи. Порядки конфликтов с наркоманами и прочими. Ну и один товарищ со мной консультировался. А что это такое? Как это правильно? Вот я ему сформулировал, что такое наркотик. Это не просто вредное вещество. Вредных много. Что вы вот будете есть какое-нибудь химическое вещество, там какое-нибудь. Ну, даже если соду вы будете есть, ничего полезного не будет, если будете ее есть очень много. Вредно вообще многое, всяких разных вредных веществ. А какое вредное вещество называется наркотиком? Наркотик. Это не такое, не просто вредное вещество, а главное свойство наркотика – это сламывать сопротивление к его потреблению. То есть, если человек начал принимать, он остановиться, как правило, сам не может. Поэтому вся задача вот этих наркобаронов состоит в том, чтобы как-нибудь вам подсунуть этот наркотик. Вот могут приходить школу люди бесплатно деткам давать, дескать, попробуйте. Потом те попробуют, еще захотят, еще бесплатно давать. Потом еще бесплатно давать. Потом говорит, ну ты у мамы там денежки-то есть, попроси денежки или возьми там денежки. Потом денежки начинают брать. А потом уже у мамы отнимать будут эти дети. А потом на людей будут нападать и отнимать, чтобы купить наркотики. На Филиппинах ну просто народ вообще пропадает. Там почти все наркоманы. Страшное дело. И вот пришел новый президент и начал жесточайшую политику. Просто убивает этих наркобаронов, расстреливает на месте этих тех, кто эти, распространяет наркотики, по тюрьмам сажают. Они спасибо говорят, потому что работы нету никакой. И говорят, только вот жили тем, что они распространяют наркотики. И вот они в тюрьму их кормят, а распространять наркотики не надо, они рады. Ужасная картина. Целая страна пропадает. И это, так сказать, страна фактически колония Соединенных Штатов Америки. И была колония Соединенных Штатов Америки. И долгое время там была такая революционная борьба, борьба против насилия американского империализма, но она подавлена была американцами. Вот. И у нас число наркоманов все время возрастает. И, по-моему, комитет наркотически ликвидировали, антинаркотически, который возглавлял Иванов. Что-то не слышно, чтобы помалкивать все. А наркоманов все больше и больше. Очень опасное дело. Это тоже, так сказать, вот явление отрицательное. И, так сказать, настолько отрицательное, что с ним нужна какая-то очень последовательная и очень такая обоснованная борьба и широкая. Значит, понятно, есть тенденция к прогрессу, прогрессивная тенденция, есть тенденция реакционная. Вот теперь, как люди по отношению к этим тенденциям разделяются? Вот если человек последовательно и сознательно проводит эту тенденцию, способствует ее продвижению, тогда это носитель этой тенденции. Вот как наркобароны, они носители тенденции. Носители тенденции.
который разлагает общество и уничтожает людей. Есть люди, которые, и это большинство, которые то одну тенденцию поддерживают, то другую. У них есть, они хорошие, у них есть недостатки. Все люди с недостатками. Вот люди с недостатками имеют свои какие-то действия. Недостатки проявляются в чем? В каких действиях? Которые поддерживают прогрессивную тенденцию или реакционную? Если это недостатки. Реакционные. А кто не... Есть такие люди, у которых нет недостатков? Нет таких людей. Значит, откуда сила такая реакционных тенденций? Да потому что все люди в те или иные моменты своей жизни, там и тогда, иногда, поддерживают реакционную тенденцию в каких-то областях. При этом они не становятся сами по себе реакционерами. Если у вас есть недостаток, это же недостаток, а в целом вы поддерживаете светлое, хорошее, прогрессивное, способствуете развитию в целом. Но какими-то своими действиями поддерживаете другое. Есть такие люди, у которых нет недостатков? Нету. Поэтому все люди в той или иной мере там и тогда поддерживают и реакционные тенденции. Поэтому задача тут стоит в том, чтобы люди сорганизовались для борьбы с реакционными тенденциями и для поддержки тенденций прогрессивных. И вот для этого существуют различные формы. Например, что такое политическая партия? Во-первых, есть классы, целые классы, большие группы людей, на которые делится общество, и одни классы по своим экономическим интересам поддерживают реакционные тенденции, а другие классы по своим экономическим интересам поддерживают прогрессивные тенденции. Причем один и тот же класс может быть одно время прогрессивным, а в другое время стать реакционным. Я думаю, что если мы пройдемся с вами по истории, мы так увидим. Было время, когда рабовладельцы были прогрессивным классом. Период разложения первобытно-общинного коммунизма и становления рабовладельческого строя. Было время? Было. Когда наступило время, и производительные силы созрели для феодальной эксплуатации, не с помощью рабов, а с помощью хоть и лично зависимых, но все-таки не рабов, а крепостных крестьян. Это время, когда рабовладельцы разложились, они все, почти все возможные функции передали рабам и стали паразитами в этом обществе. И они передали рабам такие функции, которые выполняли там и охрана, и управление. Поэтому рабовладельцы стали реакционным классом, и это облегчило уничтожение рабовладения и становление феодализма. Феодалы, помещики, дворяне – это люди, которые были прогрессивным классом. Ну вот, ярчайшими представителями таких прогрессивных дворянских или феодальных деятелей являются Петр I, да? Екатерина II. Они очень много сделали для прогресса России и вообще для общественного прогресса у нас. Скажем, вот Ломоносов пришел сюда с севера, из бедной семьи. Нашлись люди в Санкт-Петербургском университете, которые его поддержали, не стали требовать от него больших денег, которых у него не было, а помогли тому, чтобы он получил образование, и он создал Академию наук. То есть были люди в дворянстве, которые, несмотря на то, что они были дворянами, представителями высшего класса, господствующего класса, но они выполняли и прогрессивные какие-то функции. Правда? Вот они построили сильное государство, они стали содействовать развитию промышленности, они наладили определенную систему образования, правда, не всеобщего. Верно? У нас очень много неграмотных было в России. Но, тем не менее, в России была уже система образования. Скажем, отец Владимира Ильича Ленина, он в этой системе работал, за хорошую работу в области образования получил дворянское звание. И в связи с этим Ленин в 16 лет стал дворянином. Так что вот у нас вождем пролетарской революции был дворянин Ленин.
Калантай у нас тоже была, между прочим, дворянка. Дзержинский. А, скажем, те же самые декабристы продемонстрировали, что они могут быть прогрессивными людьми, когда класс уже в целом не прогрессивный стал, феодальный, дворянский в России. А вот эти люди, они дальше вот этого узкого горизонта феодального мышления пошли, смотрели дальше, и они выступили за свободу от крепостного права, от крепостной зависимости, за освобождение крестьян. И тем самым за развитие буржуазного общества в России. То есть они, по существу, являлись буржуазными революционерами, правильно? Декабристы у нас. Не такие буржуазные революционеры трусливые, которые были в февральскую революцию, вот мы ее отмечаем, а что там у них, что хорошее там делали? Ну, прогнали они царя. Они даже землю не отдали крестьянам, они не выгнали этих землевладельцев прежних. То есть не отняли у них землю и не разделили по едокам. Хотя наказы были, и сэры ходили, и это требовали, и говорили об этом. Ну что, временное правительство, оно жалкое совершенно, буржуазное правительство. То есть оно уже появилось в такое время, когда буржуазия уже тоже стала становиться каким классом? Реакционным. А была прогрессивной. И вот правительство этой реакционной буржуазии погнало рабочий класс на войну. И продолжало гнать на войну. И тот же самый Керенский, который предложил ввести смертную казнь для тех, кто убегает с фронта, он, значит, под пулями хотел загонять людей на войну. Либо вы на войне умрете, либо вы от смертной казни умрете здесь у себя, на родине. Идите на фронт. И бейтесь за что? За проливы. За что они боролись? За интересы своей российской буржуазии. А в это время, когда крестьяне боролись, землю им не давали. Землю не давали, а крестьяне требовали разделить, национализировать землю, разделить ее по едокам. А эти требования не удовлетворяло правительство. Поэтому российская буржуазия, она еще была прогрессивной в XIX веке, в начале XX века, и она быстро стала реакционной. Быстро закончила такой цикл своего развития и стала реакционной. И действительно прогрессивным классом стал рабочий класс. Но не все же у нас рабочие. То есть те люди, которые к рабочему классу не относятся, они могут быть тоже прогрессивными, если они изучают положение рабочего класса и действуют, исходя из таких соображений, что рабочему классу выгодно. Потому что рабочий класс не может освободить себя, не освободив все общество. Он не может избавиться от социального неравенства, от деления общества на классы, не уничтожив социальное неравенство во всем обществе, в том числе неравенство между мужчиной и женщиной, между городом и деревней, людьми физического, людьми умственного труда. Поэтому рабочий класс является вот той самой силой, на которую ориентируются вообще современные силы прогресса. Не какой-то абстрактный прогресс, а прогресс, который опирается на экономические интересы рабочего класса. И тот человек, который эти интересы, там, скажем, вносит в рабочий класс, защищает их, пропагандирует эти сознание этих интересов, про них, про таких людей Горький говорил, что вот а что может быть выше, чем освещать путь рабочему движению. Вы как прожектор освещаете путь рабочему движению. Не надо себя записывать в рабочие. Вы не рабочий. Писатель же не рабочий. Но он освещает путь, дорогу к будущему рабочему движению. Ленин в работе «Что делать?» в книге писал, что рабочий класс в силу своего положения самостоятельно не может выработать пролетарскую идеологию, потому что одно дело экономические интересы, а другое дело их научное выражение. Научное выражение, то есть разработка пролетарской идеологии – это дело идеологов, а идеологи – это интеллигенты, люди умственного труда. И вот рабочий класс нуждается в идеологах, и без этих идеологов он не может решить своих задач. Поэтому, значит, когда речь идет о борьбе противоположных тенденций, с одной стороны, сначала надо выделить большие общественные группы, которые в данный момент занимают определенные позиции в этой борьбе. Скажем, на сегодняшний день, вот новоявленная российская буржуазия,
во многом занимает позиции реакционные. То есть они вроде бы и новенькая сила такая, и появились недавно. Ну и вот активно занимаются тем, чтобы у нас увеличилось количество долларовых миллионеров и долларовых миллиардеров. А жизнь основной массы населения, включая не только там рабочих, а и студентов, и пенсионеров, и представителей науки, культуры, а все они в таком положении, что на них не хватает денег. А как на них может хватать, если у нас есть долларовые миллионеры и миллиардеры? Понятное дело, а экономику они не развивают. И развивать не могут, и не хотят. У нас 70% государственный сектор, 70% выпуска продукции это в государственном секторе выпускается. А при этом плана нету. Это единственная монополия в мире, у которой нет плана ведения хозяйства внутри этой монополии. И люди все обсуждают, как осуществлять стратегическое планирование, и есть закон о стратегическом планировании. Чего нет? Плана нет. А есть прогнозы, а прогнозы все неутешительные. А как они могут быть утешительные? Потому что если мы ничего не запланировали, то ничего и не сделаем. Поэтому вот картина такая, что действия, так сказать, современной российской буржуазии, они противоречат общественному прогрессу и, так сказать, к этому прогрессу не ведут. И это выражается в тех цифрах, которые я вам называл. Зарплата падает, реальное ее содержание. Доходы, которыми располагают люди, тоже падают. Поэтому огромное большинство общества здесь страдает. Еще была недавно публикация в «Коммерсанте» о бедных. Сколько бедных в России? Бедными в России считается не так, как в мире. В мире считается около меньше, чем половины среднего дохода. Это бедные. Как бы вот есть медианная зарплата там, или медианные доходы. А у кого ниже, это вот меньше, чем средние, это бедные. Нет, в России считают бедными, статистика, тех, у кого меньше, чем прожиточный минимум. Но это уже не просто бедные. Если у вас доход меньше, чем прожиточный минимум, это что значит? Что это значит, если вы получаете меньше, чем нужно, чтобы прожить? Это что, к чему вы предназначены тогда? Вот этой прекрасной системой. Вы как бы лишние на этом... Ну, вот вы там лишние как бы на этом празднике жизни. Правильно? Раз у вас меньше прожиточного минимума. То есть, ну, я понимаю, что может быть там то лишь бы прожить. Это бедные. Но это уже геноцид самый настоящий, когда... И таких людей у нас в современной России 19,8 миллиона, который получает меньше прожиточного минимума доход, и эта цифра растет, не сокращается. Поэтому какая тенденция у нас побеждает? А миллиардеры, миллионеры, вот тут все хорошо. Какая тенденция у нас берет верх? Реакционная или прогрессивная в экономическом развитии? А вы видите, что эта буржуазия даже не заботится о развитии производства. Если вы возьмете прогрессивную буржуазию 19 века, которая строила заводы, строила корабли, внедряла научно-технический прогресс, повышала производительность труда. Это были инженеры, организаторы производства, изобретатели. Вы можете почитать книгу Форда и порадоваться, как, так сказать, Форд создавал свое состояние миллиардера, но при этом как он продвинул американскую промышленность и американское производство. И какие прогрессивные идеи он в жизнь проводил. Ну, а скажите, пожалуйста, кто из наших миллиардеров что такое прогрессивное произвел и что такое сделал? Кроме того, что он себя лично обогатил. Ну, вот Дерипаску возьмем. Купил самый худший автомобиль, который есть, оборудование самое плохое. Для производства машины Крайслер. В общем, его на помойку надо было выбросить, это оборудование. Он его купил по дешевке. Привез сюда, как всегда у нас. Слышали такое понятие, наверное, сток? Сток. Не слышали, нет? Стоковые товары. Или пишут магазин «Сток Европы». Вот так прямо по звучанию, которое созвучно русскому языку, это как будто какая-то грязь из Европы стекает, а мы ее тут все собираем. Так вот, сток, ну, это близко к тому, что
имеется в виду. Вот в европейских магазинах лежат товары на прилавках, которые все щупают, пробуют, трогают, а когда уже покупать, они берут уже нетронутый товар, надевают себе, или померили его и пошли. Или им завернули, а эти все остаются, наконец они становятся последними экземплярами, это сток. Вот последние экземпляры сюда отправляют, в Россию по дешевке отдают нашим коммерсантам, так называемым. Эти наши коммерсанты их почти как за новые продают. Ну, они действительно вроде новые, только, так сказать, их только не носили, а только пробовали. Залежалый товар. Вот этот залежалый товар, стоковые магазины есть, и вот в них эти залежалые товары продают. А секонд-хенд – это совсем другое дело. Секонд-хенд – это когда уже люди просто их отдают там на Западе, а здесь их собирают и, так сказать, вот на всяких рыночках продают. И как бы они в экономике существуют, эти люди, как продавцы и собиратели этого старья. А супер-секонд-хенд – как будет переводить на русский язык? Если секонд-хенд – это старье, а супер-секонд-хенд? Это супер-старье. Вот и супер-старье у нас уже рекламируют, продают. У нас много чего хорошего, это у нашей экономики. А что сделали с нашими текстильными предприятиями? Да там мор прошел по Ивановской области, поуничтожали текстильные предприятия, предприятия машиностроения, которые делали оборудование для текстильной промышленности. Вы можете назвать хоть одно предприятие, которое за 26 лет, с 91 года, построено в России? Одно, хотя бы одно. Можете назвать? Знаете такое, нет? А вот Потанин привез этот Крайслер и установил его на газе, который он как-то приобрел, газ. Вы вот что-то не смогли приобрести газ, а он купил, Потанин. Наверное, он на стройке работал, носилки носил и сверхурочно набрал денег и купил газ. Я думаю, так. Откуда такие деньги у него? Купил газ, прекратил производство «Волги», которая пользовалась спросом, но требовала того, чтобы ее тоже модернизировали. Надо этим заниматься. Вместо этого ее, значит, убрали и стали выпускать «Волгу Сайбер». От начала выкинули все оборудование для производства «Волги» на газе в Нижнем Новгороде и установили там это вот оборудование для производства «Крайслера». Вдобавок там частота другая. Колебания в этих электрических сетях. Очень большую работу пришлось проделать, чтобы это все заработало. И стали выпускать «Волгу Сайбер». И стало ее правительство России 50 тысяч давать, чтобы ее покупали, эту дрянь. И правительство Нижнего Новгорода 50 тысяч. Еще задачу своего, за сдачу старого в хлам автомобиля тоже 50 тысяч. Уже 150 тысяч есть. Еще немножко давай, купи «Волгу Сайбер». Вот. И она даже в одно время ее покупали, потом говорит, давайте сделаем не одну смену, а сделаем хотя бы две смены или три, потому что все оборудование из Америки. Это говорят, у нас есть производство автомобильное. Какое же это наше производство, когда все производится там, а здесь только собирают. Как дети из конструктора играют, такую же детскую игру сделал и этот самый Дерипаска, который создал вот сборочный завод. То есть превратил в сборочный завод тот завод, который все самостоятельно производил, а не откуда-то привозил. Значит, не возят оттуда, из Америки, не стали возить, ну и никакой «Волги Сайбера» и нет. И все. Главная задача – уничтожить конкурента в России – решена. Что такое компрадорская буржуазия? Это такая буржуазия, которая свои доходы получает от уничтожения местной, то есть своей, в данном случае российской промышленности, российской экономики. Ну вот есть у нас и другие положительные примеры, прогрессивные. Есть, например, Константин Бабкин такой есть. Это предприниматель, который организовал производство сельскохозяйственной техники на мировом уровне, современной. У него есть заводы в России, у него есть заводы в Канаде. И он долгое время бомбил правительство тем, что ну давайте вы сделайте так, чтобы можно было здесь-то проводить, чтобы здесь можно было производить и продавать комбайны. Я-то, говорит, не пропаду, у меня машины производятся и в Канаде, у меня есть в Канаде заводы, но я бы хотел вот здесь, в России, производить. Ну вот как с грехом пополам, вот, видимо, новый министр его стал поддерживать. Сейчас
у нас сельскохозяйственное машиностроение достаточно хорошо уже развито, и мы производим сельскохозяйственные машины на экспорт. А если вы возьмете промышленность, вот на экспорт там нам нечего производить. У нас, ну, за исключением вот двигателей, которые ракетных, которые ставятся на ракеты американский «Атлас». И при всех санкциях Министерство обороны Соединенных Штатов Америки возражает против того, чтобы перестать закупать наши ракетные двигатели, потому что они иначе не получат ракет «Атлас». Так что есть и в промышленности некоторые положительные тенденции, безусловно. Но вот у нас танкостроение вернулось, так сказать, на уровень, ну, наверное, 20-х годов, когда сократилось производство в сотни раз и уничтожено. Ну, есть уже предприятие «Стан» такое, есть холдинг, который начал производство станков отечественных. А основную массу мы получаем Китай, Белоруссия, Тайвань. Есть у нас двигатели строительной корпорации, которая выпускает двигатели. Ее образовали в связи с опасностью, что больше двигателей не будет в России, больше никто уже не производит. И вот товарищ Медведев высказывался так: мы вообще-то должны уходить, государство должно уходить из экономики, но если мы не сделаем двигатели строительной корпорации, у нас двигателей не будет ни для кораблей, ни для самолетов. И вот такую корпорацию создали. У нас есть приборостроительная корпорация, поэтому у нас есть возможность производить свои приборы. Они по размерам крупнее, чем на Западе, надо сказать, не уступают западным, но они могут вполне пригодны для того, чтобы делать современную технику. Сейчас и делают, и, сказать, начали изготовление наших вычислительных машин на собственной основе. Но этому еще предстоит, так сказать, развиваться. Так вот, первая, значит, связь, которую мы должны установить, связь вот этих тенденций прогрессивных и реакционных, и прогрессивных действий и реакционных действий с интересами классов, больших групп. Второе, что мы должны сделать, это не путать положение человека и его позицию по отношению к этим тенденциям. Может быть так, что, вот, скажем, рабочие могут поддерживать буржуазные тенденции, а буржуазия может поддерживать какие-то вполне прогрессивные и даже коммунистические тенденции. Может такое быть? Потому что это общество. А в обществе так просто и примитивно не складывается, что вот если этот вот рабочий класс, он все делает то, что соответствует его интересам. Пример. Кто сюда пришел во время мировой войны? И с кем боролся наш народ в Отечественную войну? Кто сюда пришли? Кто составлял основную массу немецкой армии? Рабочие? Рабочие. И воевали хорошо. И вот они купились на это самое жизненное пространство, которым обеспечить обещал Гитлер на Востоке, на их мелкобуржуазные устремления, которые есть и у рабочих в том числе, как бы меньше делать, больше получить, которые есть у рабочих, и не только у рабочих, и у интеллигенции, и у любых других. Такая мелкобуржуазная тенденция – поменьше давать обществу, побольше от него получать. Это характерно для любого мелкого товарного производителя. Если я произвожу авторучки на обмен, лучше бы я их меньше производил, а от вас бы больше получил. Логично? Вот точно так же мелкобуржуазная тенденция может, лучше, может быть, я меньше бы лекций читал, а денег бы больше получал. Я меньше книжек бы писал, а считался бы профессором. Хорошо же. И так далее. То есть мелкобуржуазные тенденции, такие, которые связаны вот с этим вот «ты мне, я тебе», они в самых разных классах могут быть, а не только в мелкой буржуазии, собственно. Но просто мы сводим их в положение мелкой буржуазии. Они вроде и трудятся, и делают, но делают вот таким образом. Поэтому представлять себе, что вот если это рабочие, то у них все интересы. Интересы-то у них прогрессивные, объективные, экономические. А вот что касается их действий, то они могут исходить вовсе не из этих интересов, а из того, что есть у них в голове. А какая идеология?
буржуазном обществе господствует? Пролетарское? Нет, буржуазное, естественно. А как? Это естественно, общественное бытие определяет общественное сознание. Это основная посылка исторического материализма. Если общественное бытие буржуазное, значит и сознание буржуазное в обществе в целом. Это не значит, что у всех такое сознание. У одних такое, у других это. Все противоречиво. И сознание противоречиво. И у нас, скажем, сейчас, согласно Конституции, вообще нет государственной идеологии. А что может стать государственной идеологией, если вот кто может претендовать? Ну вот, есть развернутая, так сказать, идеология марксистская и коммунистическая, позитивная. Она может претендовать. А и второй развернутой идеологией является религиозное миросозерцание. И оно все больше и больше набирает силу на то, чтобы вот ему стать чуть ли не государством. Но это значит предательство интересов буржуазии, великих идеалов французской революции. Отделение церкви от государства, а государство и школы от церкви. А что касается антикоммунистической идеологии, она не позитивная, у нее нет ничего самостоятельного, нет никакой такой теории антикоммунистической. Она состоит в отрицании коммунистической, но тут нет ничего созидательного вообще. Поэтому антикоммунистическая идеология как бы как такой цельной теоретической системы, научной системы, которая могла бы, так сказать, выводить одно из другого, развивать ее, просто нету. И она сводится к идеологии разрушения, и больше ничего. Разрушить общее, там, разрушить то, что связано с общественным характером производства, и больше ничего. Дальше. Каждый класс создает себе свой авангард. Если класс прогрессивный, то и, соответственно, авангард должен что делать, этот авангард? Он должен выразить интересы этого класса объективные. Он должен внести сознание этих интересов в класс и организовать борьбу класса за его интерес. Вот такие организации, которые являются авангардами класса, называются политическими партиями. Соответственно, политические партии образуются как политические выразители воли, интересов и воли соответствующих классов. Вот сколько классов в обществе, столько и типов политических партий. Сколько у нас классов в обществе сейчас в российском? Если я спрошу, сколько у нас партий, может, вы не скажете, но я могу вас проинформировать. У нас для участия в выборах зарегистрировано 74 партии политических. 74. А классов сколько у нас? Давайте считать будем. Рабочий класс есть? А? Нет? Есть. Так, рабочий класс. Теперь, кто организовывает рабочий класс, кто его дисциплинирует, кто его использует на производстве? Кто это делает? Буржуазия. Это промышленная. Есть еще торговая буржуазия, банковская. Ну вот буржуазия. Это второй класс. А вот те люди, которые сами работают, никого не эксплуатируют, но продают товары на рынке. Как называется? Как этот класс называется? Людей их много в России. Мелкий хозяйчик, работающий на рынок. Как его назвать? Мелкий буржуа он называется. Точное название – мелкий буржуа. Мелкий буржуа – это мелкий хозяйчик, работающий на рынок. Он никого не эксплуатирует или мало эксплуатирует. Допустим, меньше живет за счет чужого труда, а больше за счет своего. То есть, если он имеет там двух-трех наемных рабочих, но их семьей они больше трудятся, больше работают и так далее. Вот мелкий буржуа. Это вот широкий класс. Он с точки, с одной стороны, мелкий буржуа – это трудящиеся, правильно? Но они и собственники. У них есть средства производства, ну, какие-то элементарные средства производства. И какова мечта-то мелкого буржуа?
цель его деятельности, куда он хочет выбиться, что для него выбиться в люди, куда попасть? Просто буржуа, не большие, но и большие тоже. Ну, попасть, стать буржуа, настоящим хозяином. Поэтому по своим устремлениям мелкие буржуа, они близки буржуазии. Но большинству мелких буржуа грозит упасть в какой класс? В рабочий, потому что, ну, какие перспективы? Посмотрите, все время один стон идет, уже 26 лет идет все стон. Что вот мелкий бизнес зашимают, не дают, не надо проверять. Вот вы боитесь, что вас проверю я? Я вас на экзамене буду проверять. Давайте не будем проверять студентов, а то начнете проверять, а выяснится, что они ничего не знают. А почему мелкая буржуазия-то боится, что ее будут проверять? Потому что она грязь всякую разводит, она подсовывает не те продукты, которые надо. Недавно, вот, в прошлом году, один товарищ купил творог. Смотрите, какой-то странный творог. Он взял его на сковородку, положил, начал нагревать. Он взял, весь вспыхнул и сгорел. Там ничего не было, ни от молока, ни от творога. Какое вещество? И как-то замяли это дело. И были такие предложения в печати, что да вот такие фирмы, которые делают липовые товары и всякое то, что нельзя вообще потреблять, надо их называть. А другие говорят, нет, это будет тормозить развитие мелкого бизнеса. А бизнес, оказывается, на чем? На нашей жизни, желудке, здоровье и так далее. Но поскольку 90%, как минимум 90% из мелкой буржуазии перейдет в рабочие, и просто деваться им некуда. Потому что их нынешняя система буржуазная, естественно, в условиях империализма, крупный капитал, конечно, их душит. Потому что что такое, скажем, продажа фруктов сегодня? Ну, где-то он на складе хранил там целый год или полгода эти фрукты. А сейчас крупный капитал отправил корабль в Аргентину, и там, где сейчас, когда у нас зима, у них лето, и привез корабль со свежими фруктами, которые только что сняты с дерева. И бананы он привез, бананами торгует. И виноград все время есть, арбузы, пожалуйста, арбузы. То есть... Как можно тягаться с крупным капиталом? Невозможно тягаться с этими хозяевами мира. Поэтому эти самые мелкие буржуа, естественно, с одной стороны, они падают в ряды рабочих, в ряды пролетариата, с другой стороны, монопольно высокие цены позволяют вручную существовать и получать какой-то доход, вручную работать. И поэтому очень много людей, которые ничем не располагают, ну и как-то живут, мучаются. Вот их видишь, как они что-то тащат, потом они что-то устраивают. Потом смотришь, ларька этого уже нету, или ларек пустой. Вчера тут была фирма, нету этой фирмы. Нету этого ИЧП, потому что случилось ЧП. И гоняли их, и крышевали, и приходили, говорили, купите, вот, пожалуйста, вот у нас есть канистра с бензином и кирпич. Купите, пожалуйста. Если вы не купите... то мы ваш ларек бензином обольем, а вас кирпичом стукнем. И вы с удовольствием покупайте кирпич. За определенную сумму тысяч денег. Широко распространенные. Не только на них, так сказать, там и налоговые бесконечные, там и требуют о них и то, и пятое, и десятое. Так еще и ходят, бандиты собирают. Три класса, а есть еще слой интеллигенции большой. Вот и вся структура нашего общества. Сколько может быть партий в таком обществе политических? Сколько классов, столько и партий. Три типа партий. Может быть, много партий буржуазных, которые представляют собой, по сути дела, одну партию, но так вот разделенную. Так, может быть, много партий рабочего класса, которые на самом деле могут представлять собой отсутствие партии рабочего класса, если нет никакой. Ни та, ни та, ни та. Если класс рабочий не идет, это не авангард. А если это не авангард, то это и не политическая партия. И могут быть мелкобуржуазные партии, их тьма, такие как «Яблоко», например, и все подобные им, которые много чего-то шумят, говорят, а толку от них никакого.
Есть отдельные люди, которые занимают определенные позиции. Отдельные люди поддерживают. Вот есть люди, которых можно считать носителями прогрессивных тенденций, потому что они последовательно защищают вот линию прогресса вот со всей своей жизни. Есть реакционеры, которые последовательно защищают по разным причинам. Есть дураки, например, которые защищают монархию. Вон эта дама, которая была прокурором Крыма. Вдруг она выступила с портретом Николая Кровавого, который тут расстрелял у нас на Дворцовой площади народ, который с хоругвями к нему пришел, как к царю, к своему батюшке. Он его расстрелял. А она вот на демонстрацию вышла. И теперь она в Думе. А теперь она говорит, что надо нам монархию устроить. Она где-то вообще застряла в прошлом веке. Чтобы была монархия, что нужно? Монархия – это государственное устройство, которое соответствует феодализму. Вот сейчас начинаем с вами организовывать феодализм. Первым делом записываем в дворяне. Пойдете в дворян? Записываю фамилию дворянин. Графом будете, а вы бароном будете. Так, ее запишем принцессой. Оно тоже. Потом начинаю так, а кто пойдет в крепостные крестьяне? И тут что-то все сразу куда-то пропадает. Ну, никто не запишется в крепостные крестьяне. Проехали это. Весь мир это уже проехал. Поэтому это не просто реакционеры, это еще и дураки-реакционеры. Бывают реакционеры умные, а бывают дураки. И вот это дурь. И вот таких много, которые сегодня за монархию, уже много появилось, которые выступают за монархию. Давайте переоденем. Я согласен, что вот одежда лучше у монархов, чем, скажем, у президентов. Сходите в Эрмитаж, скажите, покажите, вот музеологи. Вот ходили, вот это да. А сейчас, ну что это, как Сен-Тропа? Король какой-нибудь приезжает в пиджачке, такой же, как у меня. Ну что это за король? Вот было время. Короче говоря, есть и монархические всякие организации, и есть монархические настроения, и это глубоко реакционное настроение. Есть настроение последовательно буржуазное, но буржуазия тоже бывает буржуазия. Или это они за то, чтобы развивалось производство в современной России, это один разговор. А если они за то, чтобы здесь производство не развивалось, а то, что мы только добывали бы нефть и торговали бы ей за границей, а на вырученные деньги покупали бы за границей то, что нам надо. Это чем чревато? А чем чревато, что в один прекрасный день вот такого рода санкции, которые у нас введены, перекроют все каналы поступления в нашу страну, то, что нам нужно, и мы тут, как говорится, под страхом голода и под страхом смерти выполним то, что от нас потребует, и вообще перестанем быть самостоятельной Россией. Поэтому вот люди, которые настроены вот на такой подход, дескать, продать ресурсы и купить продукцию обрабатывающих производств, это... Ну, нельзя сказать, что это сознательные враги России, а они по существу ведут дело к тому, к гибели вообще нашей страны, как самостоятельной страны современного мира. Есть компрадорская буржуазия, это те люди, которые бизнес делают на уничтожение нашей промышленности. Вот они уничтожат нашу промышленность, их поддержат на Западе, денежки им дадут дополнительные. И они вот этим занимаются. Такие же настроения, скажем, в поддержку иностранного, скажем, капитала иностранных производств, иностранных государств существуют у нас в ряде государственных органов, например, Центробанк. Вот я, скажем, анализировал деятельность Центробанка, она состоит в том, чтобы не давать кредиты российским производителям. Никаким. Потому что ставка Центробанка сейчас была 10, сейчас 9,75 ключевая ставка. А значит, теперь под общим давлением и со стороны организации предпринимателей, промышленников, наших капиталистов российских, и со стороны ученых, экономистов под давлением, и со стороны советника президента России товарища Глазьева, вот под этим давлением они начали ставку снижать ключевую. И, как сказала Набиуллина,
которые действуют в интересах иностранных государств, она будет теперь снижать ставку по 0,25% каждый квартал. Это значит за год на 1%. А если на 1% за год, то до той ставки, которая есть в Соединенных Штатах Америки, там ставка 0,75%, 0,75%. Потребуется, чтобы довести 9,75 до 0,75, надо 9 лет. То есть 9 лет промышленность наша будет лишена кредитов. Почему? Потому что вот сверх этой ставки ключевой, согласно тому порядку, который у нас установлен в ельцинский период и который поддерживается до сих пор, Центробанк не может никому дать кредиты вообще. Он может дать только коммерческим банкам. Ни юрлицам, ни физлицам, только коммерческим банкам. А коммерческие банки накидывают свои 7%. Вот возьмите 9,75, то есть почти 10, еще 7%. Скажите, пожалуйста, где такая есть прибыль в России, на каких предприятиях, чтобы они могли отдать долги, взятые под такой процент? Нет таких. Ну вот считается 3% норма прибыли очень хорошая. Хорошая. При 3% норме прибыли вы много будете производить, если миллиард вы произведете, так затратите, получите 3% от миллиарда. Это разве мало? 3%. Вот сколько миллионов получите. А если вам нужно отдать 17%, то это значит смерть. Поэтому никаких кредитов не получают. Значит, толковые наши чиновники хозяйственные обходят эти банки вообще стороной. Например, у нас есть министр промышленности и торговли, товарищ Мантуров Денис. Он придумал и провел через правительство организацию таких фондов поддержки промышленности, в которых можно под 5% получить деньги под какие-то конкретные программы. И, допустим, вы делаете что-то, встаете завод, 5%, получите деньги, 5% отдадите. 5%, а не 17%. А что касается вот Центробанка, это вот организация, я вот публично в ряде своих выступлений в интернете, так сказать, я ее характеризовал как организацию, которая действует в интересах иностранных государств, не допускает развития нашей промышленности, в то время как в других странах она развивается. И то, что я говорил, совпадает с тем, что говорил и говорит советник президента, товарищ Глазев. Он делал доклад в межведомственной комиссии Совета безопасности России об отражении угроз существованию России, об отражении, о неотложных мерах по отражению угроз существованию России. И вот в числе неотложных мер он тоже говорил о том, что необходимо снизить ключевую ставку. Это не делается. Это не делается, и все сводится к спекуляции деньгами, а не к тому, чтобы деньги вкладывать в производство. Государство вложением денег в производство – с подачи Центробанка не занимается, и это требует вообще полной реорганизации всей этой организации. Она правительству толком не подчиняется, а вот она зато согласовывает свои действия с резервной системой США. Но в США-то 0,75. Вы получите под 0,75, отдавать будете. А в Швейцарии отрицательная ставка. Вы, допустим, вы получили миллион швейцарских франков, да? Вот этот миллион отдавать будете 950 тысяч. А в чем выгода государства? А выгода в том, что вы построите завод, будете выпускать продукцию, и налоги будут идти в бюджет. То есть надо брать налоги с расцветающей промышленности, а не так сказать, состригать уже кожу с той овцы, с которой состригли вообще всю шерсть. То есть, если вот мы с позиции выяснения того, что такое социальный прогресс, а что такое социальный регресс, кто является носителем, представителем, в том числе идейным, политическим представителем сил прогресса, а кто является представителем и представителем сил регресса, или кто
какие поступки кого и чьи являются реакционными, а какие прогрессивными, если мы эту мерку будем брать, только тогда, скажем, руководство государством, страной, обществом, экономикой может принять такой поступательный характер руководства развитием. А если этого не записывать, плана даже не иметь. В России нет ни программы развития России, ни плана. Вот автомобиль, у которого выключены большие фары, в темноте может ехать? Может, но недолго. Поэтому, если речь идет о повышении темпов роста, о развитии России, ну то где план развития России? Есть Академия наук у нас, она не занята ни тем, чтобы составлять план. Ей такую задачу никто не ставит, не дает. А там все решает вопрос, как снять этого президента. Или один замминистра, Котенков, финансов, командует всеми научно-исследовательскими институтами Академии наук. И в печати уже появились сообщения, что если раньше маленькие были оплаты за проживание аспирантов в академических институтах, в общежитиях, теперь они огромные. Или, скажем, если можно было раньше провести в академическом институте какую-нибудь конференцию научную, теперь, говорит, давайте денежки за это. И, значит, академическими институтами управляет человек, который не имеет никакого отношения к науке, ничего не понимает в науке. Но он понимает в счете денег. Что они дадут? Давайте продадим землю, деньги выручим. Продадим здание, деньги выручим. Вот это делается очень быстро. Так что это вот очень большая тема и очень сложная тема — социальный прогресс и социальный регресс. И для того, чтобы эту тему разобрать, ну, недостаточно того, что мы говорим, а это просто, так сказать, ну, как бы начало большого исследования, разговора. Вот, а возможны такие переходы отдельных личностей, занимаемых социальных позиций, на противоположные? Вот как раз наша новейшая история продемонстрировала много таких вещей. Кто такой Горбачев вообще? Горбачев был даже сначала рабочим, да? Он был помощник комбайнера. Потом кончил юрфак МГУ. Потом был на Ставрополье, он комсомольский руководитель, ну, предан прямо делу коммунизма, комсомольский секретарь. Потом он на Ставрополье был первым секретарем. Я там был на Ставрополье, меня показывали, местечко хорошее, у него была дачка такая. В шикарном районе, и до сих пор там охраняет эту дачу. Вот. И звали его там Миша Конверт. И этот вот молодой, вроде так, бегло разговаривающий человек, но разговаривающий, о чем мы уже и говорили, то есть у него никакого содержания в разговоре не было, одна перестройка. То есть человек либо скрывал заведомо свои действия, свои намерения, либо, так сказать, никаких серьезных намерений не имел, а просто хотел выбиться в люди. Вот это вот мелкобуржуазное настроение – выйти и сделать карьеру. Карьера теперь же имеет положительное значение. Не больше сделать для общества, а сделать карьеру. Вот не скажете вы, допустим, про Чайковского, что он сделал карьеру, или про Бетховена, что он сделал карьеру. Он один великий композитор, а другой великий композитор. Один русский, другой немецкий. А это вот карьеру сделать, то есть получить какой-то пост и от этого поста получить всякие блага. И вот как Горбачев со своей Раисой Максимовной устраивали свою жизнь в Форосе. Там делали необыкновенные украшения, имели кучу всяких дач по всей стране. Потом пришел Ельцин, который, как известно, тоже имел партийную карьеру и все время находился в партийном аппарате. То есть жил на партийные деньги, можно сказать, на партийные взносы. И как бы он весь партийный, весь пропитался, даже колбасу, которую он ел, партийная колбаса. Тем более ел он ее в партийных буфетах, и я, так сказать, с этой сферой достаточно хорошо знаком, поскольку я в 1990-1991 году был членом Ленинградского обкома партии от Выборгского района.
Вот я был профессором университета, и в это время был членом обкома. Ну и у меня было соответствующее удостоверение для хождения в Смольный. И на пленумах я на всех был, и даже поставил вопрос об изгнании из партии, проводящего антинародную политику антикоммунистической фракции Горбачева. И поставил на голосование в нас, на пленум Ленинградского обкома. Проголосовало 17 человек, в том числе Юрий Белов, который сейчас считается лидером КП РСФСР, не проголосовал за это мое предложение. И вот я хочу сказать, что я наблюдал, сколько много было людей, которые были все на партийных постах, местах, и куда они потом делись из всех вот этих партийных руководителей. Не то, что вот Ельцин был первым секретарем сначала Свердловского обкома, потом он стал первым секретарем Московского горкома, и на почве распекания за то, что недостаточную коммунистическую позицию, сколько довел там чуть ли не до инфаркта первых секретарей московских райкомов. И он был против привилегий. Каких? Против привилегий Ельцина. Как только привилегии Ельцина, ой, Горбачева, как только привилегии Горбачева ему удалось уничтожить, он эти привилегии забрал себе. И как раз и окружил себя всякими этими привилегиями. Точно так же вот мы сейчас наблюдаем. Есть вот такой Навальный. Вы не обращаете внимания, что он никогда не говорит, а что он будет? Он против чего говорит. А за что? Молчит. Его научили в американской школе. Не надо говорить, за что ты. Пусть сначала за тебя проголосуют, потом увидят и ужаснутся. А если вы скажете, за что, то сторонников будет уже не так много. Никакой позитивной программы, а что он будет делать, нет. Вот. Ну и что, Ельцин? Вот он, значит, не удалось ему сделать карьеру по партийной лестнице. Он дошел до кандидата в члены Политбюро, и в Политбюро его так и не взяли. Они, так сказать, как бы в контрах были с Горбачевым. Тогда он бросает партийный билет и поднимается по антикоммунистической лестнице. Вот он пример того, как люди, которые были официальными представителями одной линии, одной прогрессивной, так сказать, позиции, стали представителями прямо противоположной позиции. Из всех вот партийных руководителей, которые у нас были, из освобожденных, которые деньги получали от отчисляемые коммунистами на свои партвзносы, вот я знаю двух секретарей парткомов, это Тюлькина и Терентьева. Терентьев – секретарь парткома «Арсенала», а Тюлькин – секретарь парткома «Авангарда». Вот. Галиндухину Галину Петровну, которая была секретарем по идеологии Красногвардейского райкома партии, она вошла потом в Российскую коммунистическую рабочую партию. Ну, вот еще первого секретаря Петроградского райкома партии Ракова Юрия Евгеньевича, который тут возглавил, можно сказать, организацию Объединенного фронта трудящихся и участвовал в создании движения коммунистической инициативы. Это вот люди, которые находились в партийном аппарате. Смольнинский первый секретарь. И этим, собственно, исчерпывается все. Поскольку я вот их лично знал и видел, и где их потом находишь? Они где-нибудь в банках, советниками. То есть они нашли теплые места в этих финансовых структурах. Они не только не борются за счастье всего человечества или трудящегося человечества, чему они присягали. И, можно сказать, всю жизнь вроде бы на это были настроены. Вроде бы. По крайней мере, с этого они имели свой хлеб. Профессионалы. Или, скажем, вот высшая партийная школа. Или Академия общественных наук при ЦК КПСС. Это самый рассадник антикоммунистов. Самый рассадник. Вот, скажем, в нашей высшей партийной школе 2-3 человека, я знаю, тех людей, которые остались на коммунистических позициях, и они перешли на прямо противоположные. Остальные все уже антикоммунисты. Есть такой был завкафедрой, нет, один из докторов исторических наук, Валерий Валерьянович, забыл, как это, из заведующей кафедры истории партии, Ульянова Ленина. Он защищал Горбачевскую программу партии на секретариате ЦК, где я выступал с докладом о том, что с выступлением, о том, что это ни в коем случае программу принимать нельзя, против.
его за его хорошего, и Золотов, доктор экономических наук сейчас из Нижнего Новгорода, сейчас заведует кафедрой, выступал тоже против Горбачевской программы. А вот этот товарищ, доктор исторических наук, выступил за, его на следующий день Горбачев назначил секретарем ЦК. И он месяц пробыл секретарем ЦК. Тогда, когда у нас в Ленинграде был секретарь ЦК, товарищ Гедаспов. То есть два секретаря ЦК оказались в Ленинграде. Один, ну, потому что он действительно политическая фигура был, секретарь обкома. А второй, потому что он лично поддержал Горбачева. То есть вот таких людей, которые по долгу своей, вроде бы, по месту, они вроде бы должны занимать определенную позицию, или занимали всю жизнь, ну вот тот же Ельцин, если он всю жизнь был партийным руководителем, вы верите, что он вдруг поверил в другое? Значит, он давно был, имел одну личину, а на самом деле его настроения были совсем другими, прямо противоположными. Поэтому в общественной жизни переход с одних позиций на другие позиции возможен, и мы это наблюдаем. Это и раньше было. Вот если мы возьмем историю, связанную с Первой мировой войной, перед Первой мировой войной социал-демократические партии, то есть рабочие партии, собрались и решили, что будут выступать против мировой войны, против мировой бойни, потому что буржуазия хочет натравить один народ на другой народ и устроить мировую бойню. И договорились, что будем выступать против войны, против, не будем голосовать против, за военные кредиты, будем голосовать против. Наступает Первая мировая война. Большевики выполнили этот долг, то, что они, собственно говоря, подписывали и чему присягали, то есть они выступили против мировой войны. Это сделали наши депутаты из рабочей курии, большевики, их отправили на каторгу благополучно. Карл Либкнехт, немецкий социал-демократ, проголосовал в Рейхстаге против военных кредитов, а в военное время проголосовать против военных кредитов – это верная путевка на каторгу. Его тоже отправили на каторгу. А больше никто из всех социал-демократов, никто больше не выступил против войны в своих парламентах. А они в парламентах занимали очень много мест. И присоединились вот к тому, чтобы гнать народ на бойню. Зато они потом пошли в правительство. То есть вот Карл Либкнехт поднял руку и пошел на каторгу, а они не подняли руку, их взяли в правительство. Поэтому нынешние социал-демократы, они получили заслуженное имя социал-предателей, как их Ленин называл. Это люди, которые служили одному классу, а потом стали служить другому. Например, Ленин такую вот интересную вещь написал. «Товарищи рабочие, учитесь на примере всей жизни Жюля Геда, французского революционера, социал-демократа, социалиста, за исключением его измены в 14 году. Вот ни к чему придраться, так последовательно и твердо вроде проводил линию такую пролетарскую, Жюльгет, учитесь. Ну вот, в 14 году изменил. То есть, когда встал вопрос или на каторгу, или защищая, так сказать, продолжая эту линию, или в правительство, или куда-то еще, сохранить в своей жизни и теплые местечки, выбрали теплые местечки. Поэтому при всяких разных жизненных испытаниях значительное число лиц может покинуть позиции одного класса и встать на позиции другого. И вот таких Горбачевых у нас на разных всяких постах было много-много-много, больших и маленьких Горбачевых. И если Горбачев – это изменник делу, так сказать, социализма, то таких изменников у нас было в партийном, платном партийном аппарате большинство. Вот таков, так сказать, исторический факт. И когда говорят, что вот, дескать, Советский Союз развалился, он не развалился, его разваливали. Вот такие бюрократы его и партократы его разваливали. Его разваливали и снаружи, и изнутри. А его разваливали это антинаучные теории развитого социализма. Потому что вот мы говорили с вами о развитии. Как может быть социализм развитой? Это не полный коммунизм. Не развитый, не полный. Он его, если развить, будет полный коммунизм. А у них и не коммунизм полный, а развитой социализм.
И вот с этой концепцией КПСС на устах умерла. Вот такая здесь получается картина. Если обсуждать или рассматривать вопрос о переходе отдельных лиц с позиции одного класса на позицию другого, такое в истории случается. Причем иногда в массовом порядке. Вот, по крайней мере, мы имеем одни события 2014 года и события в Советском Союзе и в европейских социалистических странах, которые произошли. Другая картина была в Китае. В Китае, в КНР, который еще страной, построившей социализм, не является, а является страной, в которой идет становление коммунизма. Вот. В Китае в Горбачевский период заигрывать с Горбачевым и налаживать связи начал генеральный секретарь ЦК КПК Ху Яобан. И в этот Ху Яобан, значит, должен был, значит, обмениваться визитом с Горбачевым, и когда стало ясно, что он поддерживает политику Горбачева, Дэн Сяопин собрал у себя членов Политбюро. Он был военным советником, председателем военного совета ЦК КПК у себя во дворце. И этого Ху Яобана сняли с должности генерального секретаря. И он где-то через год и умер. Появился второй генеральный секретарь Цзяо Цзэян. И он оказалось, что он тоже решил поддерживать, в общем-то, линию Горбачева. И когда начались события на площади Тяньаньмэнь, которые теперь легко объяснить, что это такое, это был китайский Майдан, где собрались сторонники линии, Горбачевской линии, либерального этого самого капитализма из молодежи. Ну и, значит, он заявил, что он будет поддерживать эту, так сказать, все настроения реализуем. Тот же Дэн Сяопин собрал Политбюро, и этого самого Цзяо Цзэяна арестовали и посадили под арест постоянный, на длительный. И он отсидел под арестом 15 лет. В хорошем дворце кормили, поили, в тюрьму не сажали, вот, так сказать, с учетом его положения. И через 15 лет он тоже благополучно помер в этом самом дворце. И китайские товарищи сказали, что не надо нам нас учить, как наводить демократию. Видели, они насмотрелись на нашу демократию в Советском Союзе. Многие уже увидели, какое падение производства, падение культуры, науки, сказать, всех других областей, разрушения, которые прошли. Вот такая вот картина. Вот такие вот события. Но эта тема, она и глубокая, и интересная, особенно для историков, для тех, кто изучает новейшую историю. Может быть, будет музей перестройки. Есть. Уже есть? Да. Там не то показывает. Создал дочь Горбачева. А вот у нас тут есть музей демократии. Там, где был райком Куйбышевский, в этом же здании, рядом с Анечковым мостом, вот в этом же здании, там вот музей демократии, который Собчак создал. Так что у нас тоже есть. А, да, видел. Вот, у нас уже есть. Так что, но я хочу сказать, что музеи перестройки могут быть разные. Вот, вот эти должны быть научные музеи, которые показали бы роль этой перестройки в ходе, в историческом развитии России. Они же такие все праздничные. Ну, там в основном личная вещь Горбачева и, так сказать, тех, кто с ним общался. Он посетил на открытии и сказал, что он мог бы выступить в роли неплохого экскурсовода, но вот только зарплата невелика. Ну, понятно, да. Молодец. Ну вот, так что это время еще, я думаю, придет, когда создадут хорошие. Да? Но ведь это же, как мы знаем с вами, что музей – это общественное учреждение, которое а. собирает, б. изучает и, ну, хранит и пропагандирует историко-культурное наследие. Но для того, чтобы этот сделать хороший музей, надо хорошо разбираться в том, какие процессы шли, чтобы, так сказать, этот музей отражал эту самую борьбу. И показывал, что есть прогресс, а что есть регресс. И если были какие-то тенденции регрессивные, они тоже должны получить свое материальное воплощение. А прогрессивные должны получить тоже свое
материальное воплощение в виде экспонатов этого музея. Так что это вот еще задача, которая перед нами стоит. Я хочу привести пример. Да есть такая книга «Общественно-политическая жизнь Ленинграда в годы перестройки». И она сделана обществом «Мемориал», хотя вот я противник этого общества и позиции этого общества, но она сделана с пониманием того, что в жизни идет борьба противоположностей, и там представлены различные позиции. Там есть и Собчак, там есть их выступления, есть позиции тогдашнего Народного фронта, есть позиция Объединенного фронта трудящихся. Вот у меня они брали интервью 2 часа по поводу событий. И это все публикация отражено. Вот такой толщины книга. Ее презентовали в нашем бывшем музее истории революции, а ныне политической истории России. Так что вот эта книга, она, ну пусть она там какие-то акценты смещает в ту сторону, в сторону издателя этой книги, но в целом она отражает именно ту борьбу, которая тогда велась, а не просто, значит, вот как вот вещи Горбачева, как будто он сможет заменить собой всю Россию и всю, так сказать, борьбу выразить в своих, так сказать, вот шмотках, как у него есть. Спасибо за внимание. До следующего раза.